По аналогии с городским культурным селфи-маршрутом сотрудники дорожной полиции придумали свой «Селфи-путь безопасности». Суть флешмоба в том, чтобы его участники, школьники города, фотографировали себя перед пешеходными переходами и выкладывали в Инстаграм с хэштегами «Мой безопасный маршрут» и «ГИБДД-37». Акция должна привлечь внимание молодежи к правилам дорожного движения таким оригинальным и модным способом. Селфи нельзя делать на самом пешеходном переходе, потому что это может спровоцировать аварию, вообще отвлечь водителя и просто прохожих. У каждой школы обязательно есть паспорт дорожной безопасности. Селфи-маршрут ребята выстраивают именно по этому документу. Это действительно очень важно, потому что наша школа действительно находится между двумя перекрестками, и детей много переходит не в положенном месте, это действительно очень опасно. Я считаю, что это действительно долг, и это очень важно. Текущую неделю сотрудники дорожной полиции назвали «Неделей безопасности». В эти дни они проводят среди старшеклассников уроки по правилам дорожного движения, а малышам наглядно объясняют, как правильно вести себя на тротуарах и как пересекать проезжую часть. В этой акции участвуют все школы города. За 8 месяцев этого года в городе Иваново зарегистрировано 65 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 66 детей получили травмы тела. Если сравнивать с прошлым годом, то количество как ДТП, так и пострадавших не детей увеличилось в разы. И если говорить о детях-пешеходах, то из 65 ДТП 25 произошли с детьми-пешеходами, причем 18 ДТП по вине самих детей. Лучшие фото участников сотрудники полиции разместят на сайте ГИБДД. Активных любителей фотобезопасности обещали наградить почетными грамотами. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.